отправляемся, наверное, к этой стене. Ну, хотя я не знаю. Так. Посмотрим, у нас все впереди. Все наши... Все, что нам нужно. Ну, тут по-любому сейчас будут некроморфы. Бам! Так. Да. Да куда ты? Клешню давай. Кстати, эта клешня очень огромная достаточно. Ну, где со стороны смотреть. Ну как это оторвать-то? Будем кидаться. О, бля! Что-то там выжили с него. Ой, прям песочек как будто бы. Так, только что свет красивый был. Да, мы вышли к этой... К этой стене. Блин, я думаю, это лучи какие-то лазерные. Ой-ой-ой, как тут просторно. Не значило бы это что-нибудь... Не очень хорошее. Так. Что-то я очкую как-то. Ну ладно, сейчас здесь посмотрим, что у нас. Ящики, да? Патроны металлом. Ну... Блин, что ты там увидел? Кто? Здоровяк, что ли? О! Здесь будем прятаться, да? Yeah, we're fine. Carver's close, we can hear him. I can see Carver can get here. We're in central command. I'll be there as fast as I can. Да погоди ты, еп, черный театр. Да, берем обойму. Нормально. Далее. Что там насчет модификаций? Чертежи. Дробовик есть, есть. Какая-то непонятная мельнир. Ну ладно, пока покопим. Не будем это покупать. И у нас, в принципе, ничего интересного. Ничего вообще. Никаких пушек. Ничего подобного. Течком считаю. Все шикарно, по сути. Для босса нормально будет. Так, а вот по улучшению икса, что у нас там? У нас не хватит. Стазис. Тоже не хватит. Вот это что это? Все, валим. Ничего нас не интересует. Пока что. Ну, чувствую, мы сейчас не доберемся до верха. Ладно. Ну все, точно катсцена. Вот, блин. Отлично. Интересно, он на крыше прятался? Ладно, мне его сейчас мочить придется. Вот, блин. Вот жопа. Чё, от него бегать? Тихо-тихо. Что с ним делать-то? А, вон у него какие-то штуки наверху. Давай, жди, жди. Еще и метель, блин, сейчас. Вот где он? Я его даже не вижу ни хрена вообще. Падла. Да, хоть и сбил одну. У него там еще и сзади что-то, нет?
у него там было, мне кажется. Ну, чем лучше, да? Давай, долби, долби в эту штуку. Что это отлетело у него? Стазиса, блин, не напасешься на эту фазу. А может ему в конечности долбить? Как вы думаете? Не, надо он вверхушку. Давайте по кругу бегать, потому что стазис надо экономить. Ну шел-то нам точно пригодится. Блин, вообще не хватает мощи. Скорострел не хватает нашему резаку. Ну, куда долбить? Бля, хамуха. Че, я сдох? Нет? Нет, наверное. Ничего, я тебя еще найду, сволочь. Откуда у него эти штучки вот эти, вот, которые у него вырастали? Идет сохранение. Ну, отлично, че. Конечно, после такого-то надо. Ну, где, где? Вот тут, что ли, где-то? Блин, наверху, наверное. Ладно. А чё, один бот у нас куда-то подевался. Непонятно куда. Слушайте, а как нам... забыл. Как-то нам можно... Этот, как его делать? Подкат. Я не помню, каким образом. Ладно, может, Ctrl? Да, Ctrl. Я что-то им не пользовался даже. Shift Ctrl, а если? Ну, может, не совсем удобно. Ну ладно. Ну, коробочка, вот это да. Наверное, внутри где-то для бота это надо. О, какая-то дверь интересная. Ну да, такую дверь нам точно микромовка. Нас не достанут. Какой-то двери. Танина опять. Туда нам, да? Подожди, подожди. Ну? А где? Где? Тут, что ли? Не пойму. Где-то там. Так, ладно. Поднимемся, посмотрим, что-то наверху. Так. Импульсная винтовка. Ну, это из первой части еще. Ну, и второй, соответственно. Здесь у нас текстовое сообщение. Который мы могли прочитать. Потом прочитаем. Артефакт. Некроморфами. Состоят из костей и мертвой плоти других существ, в том числе наших павших солдат. Да, шокировал их эти некроморфы. Тут пишет, что важно стрелять по конечностям. В противном случае существа продолжают наступать, не оставляя времени на перезарядку. Угу. По-моему, с первой части говорят про эти конечности. Так, что тут у нас? Какой-то лифт, видимо, да? Нам. Медленный очень, грузовой, наверное. Что там, печь, что ли, какая-то? Слушайте, а у нас тут ж внизу где-то, наверное, надо искать эти ресурсы, может быть. Хранение, видите? Да, я слышу звук. Блин, только бы этой твари здесь не было. Долбаные звуки, а? Это вы слышите? И не зря сейчас сохраниловка была. И здесь тоже, кстати, наверное, что-то находим.
Да. Здесь есть. А другого бота у нас нету. Ну и ладно. Все что-то трещит. Да, я так и знал, что здесь что-то запрятали. Тут запрятали как раз-таки патроны. И больше пока что ничего. Та дверь закрыта. А тут, наверное, тоже будут комнату что-то типа с силовыми узлами, только мы будем туда ставить, может быть, не знаю, станину или что-то типа там, ключ, который мы один раз видели, по-моему, даже пользовались им. Так, инвентарь у нас просто все шикарно по инвентарю. А вот это что за пушка? Ага. Че, он по два патрона что ли использует? Хранение опять. Трижды уже. Yeah, maybe we should give you two some time alone, huh? What the hell does that mean? It means for someone who's in the past, you're awfully glad to see him. We need him. This mission needs him. We need him or you need him. Hey, you got something to say to me, Captain? Stop. Just stop. We need to shut down that damn machine, and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. What? Well, I've been digging through what's left of the research notes, and I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But it's at the other end of the complex. Yeah, fine. Fine, let's have a look. I could use a change of scenery. He's a real asshole, you know that? И они испарились снова. Так. Здорово. You a drinking man, Serrano? No, sir. I prefer cognac. My God. Probably a big mistake. Just can't beat it with a nice cigar. What did you want to see me about? Торсионный вал. Может, где-то есть что-то типа силового узла, как раньше. Смотрим, что там бот у нас насобирал. Ну, вот Вольфрам растет потихоньку, нормально. Карточки какие-то еще, не знаю, какие. Тоже неплохо. Станина. Это вообще ничего не понимаю, что тут делать. Здесь новое у нас. Что? Что новое? Что тут? Вот импульсная винтовка. Ну, нафиг она нам нужна. Новая тут. А что тут-то новое? А, цепь. Ну да. Цена... Модификация верхнего блока. Давайте. Блин, а у меня что, нету? А сколько стоит? Не-не-не, спасибо. Я лучше буду искать. Здесь все прокачано на максимум. Да. По патронам у нас, по-моему, нормально. И здесь давайте. Смотрите, а если мы вот этот вернем? Да. Сойдет. Нормально. Не нормально, а отлично, отлично. Ящиков наверху тут нигде не запрятали. А это, кстати, что за план? Где тут мы находимся? Ладно. Вот тебе ящички. Соматгель. Не забыл что-то еще. Полупроводник или нет? Ну и где вы, ребят? Вон они стоят. Сейчас все как рухнет, и мы окажемся по разные стороны. А нет, удивительно. Наконец-то мы вместе. Блин! Ну, все очевидно.
Ну да, это же одиночная игра, вот в том принципе и страшилки. Да ладно, я обзабрался, что ты гонишь? Айзек научился подкаты всякие делать, прыжки, садиться научился. Давай сразу. Ну садись ты, ёпки. Бам, 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 бам. Ну это пушка для некроморфов. На это мне вообще расплюнуть, нажать X. Да, вовремя вы мне сказали, вообще шикарно. Вообще круто, смотрите, расчлененка. А, два раза Ctrl нажать. Это я уже знаю. А с них ничего. О, с них тоже что-то выпадает. Так, а где остальные? Так, ну вот этот. Нет. О, аптечка. Так. Вот. Ну, звук вообще слева где-то там шел, сзади. А, так, далее. Где-то я, по-моему, вот ящик здесь видел. И больше. И больше, больше, больше. Вон еще один. Тут у нас вольфрам, конечно, как я мог пропустить вообще. Так, здесь у нас тоже запрятали. Голубцы, да? А, голубчики. Ну и, наверное, все. Ну, конечно, может быть, здесь где-то еще что-то запрятали. Где я не вижу. Так, нам сюда. That's impossible. Not through shock space. Yeah? Well, they did. Ellie, can you make it to the warehouse? Oh, God. Here they come. Ellie! Простой диалог был только что. Ничего суперинтересного для нас и не было. Какое-то оранжевое солнце. Закат, что ли? Я не понимаю, почему тут так... Ну, точнее, это, наверное, даже не солнце. Это какая-то звезда. А, подожди, это враг только что сказал. Поэтому у нас был оранжевый индикатор отображения. Металлом, и, по-моему, там вольфрам был, если я не ошибаюсь. Я только пересмотрел записи, видел, где я пропускал некоторые штучки. Некоторые схемы. Цепи вот эти вот, перезарядки, урон и прочее, прочее. Тут сейчас замес будет по-любому. Вот это... А, вон они. Да. Ну я сейчас со всеми тут разберусь. Так, нам еще. Я забыл совсем. У нас есть стазис, но он незаметный, видите. Ты елкарный, это чуть-чуть. Вау. А им тоже в конечности стрелять. Давай, ну. Это чё сейчас за коммуникатор, блин? Ой, это же еще и некроморфы. Охренеть. Все? Азик, ты что так тяжело дышишь? У тебя что, порог сердца? Я вроде тебе аптечку дал. Это не он дышит. И не он вроде. Ты что там делаешь? Что у тебя с дыханием? Что такое? Сядь ты уже. Все, в башню один раз садануть, все нормально. Их больше нет. Что-то из них выходит все-таки. Ладно, музыку тихо, это радует. Так, погоди, дверь пока не открывается. Сейчас мы просто посмотрим, что тут у нас. У нас тут металлолом. Ну все, теперь идем. Здесь написано склад для объектов, что-то там, наверное. Ellie, everyone all right? Yeah, I think we're safe. We are anything but safe. They're after Isaac, and we're getting caught in the crossfire. Look, the warehouse.
The signal tracking experiment should be inside. You're not worth as much trouble, Clark. Во. Бот ждет на станке. Да завались. Магнитная волна. Так, тут гардероб есть. Вроде бы костюма никакого нового не поступало, так? Да, костюма нового нет.